Казахстанцы заняли второе место на Кубке моря 2018 в Баку. Наша команда участвует в этом военно-морском конкурсе уже в четвертый раз. Победителями Кубка в этом году стали россияне, на третьем месте азербайджанская и иранская команды. Отмечу, соревнования проводились в рамках международных армейских игр. Моряки проходили задания разной сложности на суше и воде. Они продемонстрировали морскую подготовку и мастерство артиллерийской стрельбы. Участники уверены, что ежегодный Кубок моря вносит вклад в укрепление сотрудничества при Каспийске стран и обеспечения безопасности на море. Личный состав военно-морских сил Республики Казахстан справились на отлично. По плавающей мине у нас самое больше попаданий, несмотря на другие государства, у нас 6 попаданий. По воздушной цели тоже хорошо справились. Тут личный состав военно-морских сил Республики Казахстан проявили свою морскую выучку, а также свое мастерство.